Руководство ульяновского филиала «Энергосбыт-Плюс» регулярно проводит встречи с представителями управляющих компаний и ТСЖ, где клиенты могут задать интересующие вопросы, а также получить консультацию и узнать последние новости. Это позволяет нам оперативно отвечать на вопросы, которые беспокоят жителей нашего города, позволяет какие-то новости сообщать нам со своей стороны, какие-то нововведения, давать какие-то рекомендации, в том числе по наладке домов, по настройке режимов многоквартирных домов. Прежде всего, клиентов АО «Энергосбыт-Плюс» интересует, как формируются платежи в квитанциях за отопление и почему в январе и феврале они максимально высокие. Сотрудники пояснили, что чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется дому для обогрева. Также клиентам наглядно показали, как рассчитывается конечная сумма платежа. Нам дали такой раздаточный материал, что теперь берешь и рассказываешь. Очень все просто, доступно. Все вопросы, которые мы задавали, нам ответили на них, но не на высоком профессиональном уровне, а так в очень доступной форме. Обсудили ульяновцы с руководством компании и способы удешевления услуг, теплоизоляцию и установку специальных систем погодного регулирования. Благодаря им тепло расходуется меньше и нет так называемых перетопов, а значит, сумма в квитанциях становится меньше. Рассказали участникам встречи и как перейти на более удобный способ оплаты – электронную квитанцию. Такой платежный документ экологичен, не портится со временем, а главное – не теряется. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.